Разговаривать по мобильному телефону во время вождения автомобиля запрещено. Об этом рядовым водителям решили напомнить харьковские гаишники. Вооружившись информационными листовками, правоохранители выехали на посты. Доброго здоровья. Добрый день. Прапор Черезинский, пожалуйста, водитель. Нарушает ли право дорожного движения? Во время управления транспортным средством запрещено общаться по телефону. Водительское, пожалуйста, техпаспорт, страховочный. За нарушение за это предусмотрен штраф 425-510. Статья 122, часть 2 административного кодекса. Пунктрав 2.9Д. Реакция водителей на подобные профилактики весьма неординарна. Кто-то смиренно признает свою ошибку и обещает больше так не делать. Ну, если честно говорить, то нет, ну, бывает, это ж... Стараемся всегда соблюдать правила дорожного движения. Ну, я стараюсь бросить всегда. Если звонят там, то лучше лишний раз бросить и ехать по правилам. А кто-то начинает придумывать себе оправдание. А я по нему не говорил. Срочно позвонили, мне не могу не ответить. Вы не могли встать справа, включить аварийку, поговорить по телефону, поехать я дальше? Я как раз хотела это сделать, но здесь не совсем сориентировалась. Такие оправдания сотрудников ГАИ не убеждают. Правоохранители составляют на нарушителей протокол. Кстати, штраф за данное правонарушение составляет 420 гривен. Количество составленных протоколов зависит от личного состава, который находится на службе по обеспечению безопасности дорожного движения. Вот. И в зависимости от этого количество составленных протоколов меняется каждый день. Ну, в среднем. Там десятки человек. Конечно, десятки. Сотрудники ГАИ поясняют, пользоваться мобильными телефонами за рулем не запрещено. Но только в том случае, если водитель пользуется Bluetooth-гарнитурой или наушниками. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057 UA.